Камчатка маленький регион, но мы гордимся нашими учителями. Вот сегодня три проекта будут представлены. Это лишь три проекта, у нас их больше гораздо, но мне действительно очень приятно, что мы можем даже в таком небольшом по численности регионе иметь практики, которые заметны на федеральном уровне. И это важно, мы будем это подчеркивать и продолжать. И вот тех наших лидеров, которые такие проекты реализуют, их всячески продвигать. И в том числе в нашем совместной инициативе. Ну и, наконец, я очень рад, что Росатом, крупнейшая и одна из наиболее эффективных компаний России, которая является не только высокотехнологичным предприятием, но и донором лучших практик в совершенно разных сферах, начиная с эффективности производственных процессов, знаменитых фабрик процессов, вот, построения корпоративной культуры и вот образования, что Росатом в данном случае с нами сотрудничает и на эту сферу обращает внимание. Для Камчатки есть перспективы сотрудничества с Росатом и по прямому его функционалу, Северный морской путь, атомный флот в Вилючинске, ряд других проектов, которые сейчас мы продумываем и инициируем. Но мне, конечно, очень хочется, чтобы и школа Росатома тоже на Камчатке, чтобы Камчатка включалась в этот проект.